Кроме этого, депутаты Законодательного собрания направили обращение к министру труда и социальной защиты России Антону Кутюкову. Парламентарии предложили учитывать дни, которые человек провел во время отпуска на самоизоляции, и добавлять их к ежегодному оплачиваемому отпуску. Сейчас уход на самоизоляцию – это не страховой случай, и он не рассматривается как основание для переноса или продления отпускных дней. Депутаты Законодательного собрания просят министра рассмотреть возможность внесения изменений в Трудовой кодекс, которые приравняют уход на изоляцию к законному основанию для сохранения отпуска. С учетом существующей непростой ситуации с распространением коронавирусной инфекции, позволит нам пойти навстречу нашим труженикам, нашим гражданам и обеспечить им планирование отпуска так, как это будет им удобно и без потери, соответственно, собственных дней отпускных из-за сложной ситуации с пандемией.